Сначала прохождение игры Destiny. Forsaken. Рос! Теперь мы друзья. А я серьезно отношусь к дружбе. Очень серьезно. О, не надо на меня так смотреть. Я ни за что не стану тебя просить сделать то, что вредит твоим интересам. Помни это. Итак, к делу. Я сообщу тебе местонахождение баронов, которое я хорошо знаю, ведь это место до недавнего времени было моим. Я сделал эти все контракты. Я охоту завершил. Ну-ка, что сделал? И немножко тоже поделал тут квесты. Очистил себе, так скажи, инвентарь. Да. Могу понять, куда тебе отдавать. Постарайся, чтобы тебя уважали на берега. Паук дал нам шанс убить их всех сразу. Одним махом. Если Ультран тоже там, считай, нам повезло. Принц-предатель не переживет встречи с нами. Чего вы хотите мне? Не могу понять, кому отдавать эти приветствую, вещи. Моя скользкая подруга. Серьезно, не понимаю. Есть драконик, но я хочу дробовиком бегать. Ой, прикольно какой-то. Уговор есть уговор. Тут ничего такого нет. Может, это рюкзак такой. Если... Кстати, револьвер получил получше. Можно этим бегать. Так, кстати-ка. Всяких этих... сбежавших, которые я искал вчера, одного этого. Он находится вот на вот этих заданиях, на открытых мероприятиях. То есть, хотите его найти только там. То есть, где-то и там уже сбежавший как раз и прибежит. Там может это задание как раз появится. Уже как повезет. Что-то их больше стало. Петра жаждет крови. Но мы здесь ради правосудия. Ведь так? Будем надеяться, что подсказка паука о местонахождении баронов верна. Раньше это была моя территория. Во время переселения я был вынужден оставить часть ценностей. Есть предложение. Достань мои тайники. В накладе не останешься. Что тут происходит? Замечательно! Прими мою благодарность в виде моих воинственных помощников. Как играет. Ух.
Благодарю, мой плодотворный друг. А вот один из этих. Вот, ага. Уже. Я не знаю, как это баф называется, я как-то почему-то не увидел. Почему же есть тело, да, в классе такого? Нужно целиться и стрелять, да, будут взрывы. Прикольная вещь. Правильно, есть мотивация по головам стрелять. Паук, тайник скоро будет у тебя. Давай, доставай своего призрака. Мне нужно потренироваться в меткости. Берегись. С каждым моим выстрелом в армии презренных появляется новый солдат. Они не такие, что есть сильные, если так посмотреть. Если что, их убить можно вот спокойно, точно. Убежал опять. Thank you.
еще лутать, что-то падает? Это просто ужас. Паук, мы потеряли одного из твоих ребят. Такова цена успеха в делах, мой друг. Не стоит расстраиваться из-за этого. Телепортирую тайник. Потом ракет несет. Нормас. Эту фигню я уничтожил. Фух. Дальше идем. Еще патрон. Ногу что? Слышалось. Немножко напоминает это в Tomb Raider тут. Вот так все. Ну вот да, если когда заходишь, там что-то такое было. Раз вот. Tomb Raider. Там это было. Сейчас ничего не путаю. Обнаружен еще один тайник паука. Что-то мне не нравится. О, тут тайник стоит. Это ловушка.
Да. Мне не нужны бароны, чтобы убить тебя. Презренных достаточно, чтобы прикончить тебя. Восстаньте, мои презренные. Помогите этой покойнице встретить последнюю смерть. Ну, я тоже. Зарядочка. Мне
Мне не страшны мертвецы. Я повелеваю смертью. А ты принесешь больше пользы живой. Иди, добивайся мести. Падшие, убитые тобой, окажутся в моей армии презренных. Цитадель захвачена. Но бароны сбежали. У нас был шанс покончить с этим. А теперь они расползлись кто куда. Что нам теперь делать? Вот так вот. Отомстил, а? Хочешь совет? Узнай своего врага, прежде чем с ним сражаться. Рексис Ван, висельник, безмолвный садист, голыми руками отрывал конечности драгам. Каникс, безумный подрывник, с упором на безумие. Специалист-подрывник с раздражающими повадками. Раскис, плутовка, лгунья и интриганка. Дружеский совет, не верь тому, чего она коснулась. Хайрекс, покоритель разума, умелый манипулятор, одержим всем, что связано с ульем. Явикс, гонщица, возглавляет лихую банду язычников, рассекающих на щуках. Они сеют хаос везде, куда приезжают. Ира, снайпер, единственный падший, который мог убить призрака Кейда своим выстрелом. Эликрис, механик, бич солистского склона. Она живет на куче техники и тяжелого оружия, украденных у меня. Фанатик Фикрул, главный среди баронов и первый из презренных. Его темной магии не место на моих берегах. Не место. Ульдрансов. Он предал свой народ. Это он спустил курок. Он прячется. Но мы можем потрепать его баронов. Разделяй и властвуй. Изолируй Ульдрана. И он сам приползет к тебе. Тебе останется лишь спустить курок. Ягас. Понял. Значит, даже великая героиня Красной войны может не все. 8 баронов и принц пробудившихся, и одна ты. А я так не люблю ставить на аутсайдеров. Но у тебя есть способности. И на твоей стороне ярость королевы без самой королевы. О, ладно, уговорила. Наша дружба продолжится. Ищи свою месть. Когда на берегах станет попросторней, мы вернемся к разговору об услугах. Как там говорят у вас на земле? Убийцы Кейда все еще на свободе. Охота не окончена. Уничтожь баронов. Прореди стадо. А что до Ультрана? Заметила во время посадки шпиль пробудившихся? Это смотровая башня. Я не должна говорить тебе это, но... Там хранятся величайшие секреты моего народа. Именно за этим Ультран явился на спутанные берега. Рано или поздно он обязательно отправится к башне.
Мы должны остановить его до того, как это случится. Удачной охоты. Ну что, гона пошла. Ульдран станет уязвим. Тогда-то и настанет время действовать. Вот все узнал. Инстантли. Плохая инвестиция. Кейт обратился ко мне по поводу презренных баронов. Инвестиция. Хотел, чтобы я вступила в команду под названием «Шесть друзей Кейта». Угу. То есть мне надо тупо вот эти все делать, да? Ладно. Регистрирую приближение клетки изолятора падших к нашей позиции. Ну, я заказа не видел, так что... I don't fucking care. Гараж принадлежит одной из баронесс Ульдрана, гонщице Явикс. Да. Если мы возьмем одну из щук покататься, ее искать не придется. Она сама нас найдет. О, биометрическая настройка. Нужно провести диагностику. Я разберусь. Осталось немного. Потерпи чуть-чуть. В архивах Петры говорится, что Кейт поймал Явикс, победив ее в гонке. В записи с камеры наблюдения тюрьмы старейшин слышно, как она клянется отомстить ему. Ну, остальное ты сама знаешь. Так. Медленно прыгай. Выхлопов этих щуп очень необычная сигнатура. Мои датчики зашкаливают. Значит, банда гонщицы где-то рядом. Они говорят с гонщицей по защищенной частоте. Возможно, собрав больше данных, нам удастся вычислить ее с помощью триангуляции.
рядом. Идем. Ну что, ты сюда тебя пойдем? Мы близко. Вон она. Это серое оружие, но ничего такого. Это синее оружие. Что там играют? Надеюсь, еще больше.
гонщице готово. Гонщице пришел конец. Теперь никто не сможет побить рекорд Кейда. Ну, выйти туда. Куда тут поблизости? Это будет. Сюда можно заехать, сюда можно выйти на эту фигню. Ну ладно. Тащиться. Снайпер, да? Это гнездо снайпера. Отсюда все отлично простреливается. Мы здесь из-за барона, убившего призрака Кейда. С одного выстрела. Не расслабляйся. А, учебные стрельбы. Этого снайпера. Ну, а чтобы еще было не один есть, поэтому зашибись. Но я его отслеживаю. На пазу ушел.
вкус. Вот он. Цель не поражена. Обманки. Он умнее, чем выглядит. Мне куда-то туда. Он достаточно большой, так что даже... Технология уменьшения веса. Отродясь, не видел ничего подобного. Найдем еще, надо будет прихватить. Было... собрать подшивки. Что это? Ну, примерно где-то тут будет. В конце концов. Король Ульден хочет тебя убить. Я принесу ему твое тело, а призрака оставлю себе. Продам его оболочку пауку. Ну я вообще против всех. Подождите, дерутся, они тут вообще не подходят. Тоже гулял. А может повешу призрака на стену рядом с призраком Кейда? Вот как.
Я его погашу. Ради интереса. Свет место. Я тебя вижу. Молодец. Я тебя тоже. Куда я его смелю? Куда я его так пью? Зачем? А, ладно. Тут надо вот без всяких... Револьвер вообще тут не нужен. Тут нам надо что-то более скорострельное. Надо. То есть у меня нет, да, ничего такого? Вот. Дурацкое оружие. Это маленький уровень. Это ненормально. Нету. Ну все, придется ладно с этим бегать. Thank you.
отделение, это то, что это на уроне было. Еще там все. Министр, да? А вон просто. Просто их убиваю, потому что они меня реально бесят. Сейчас просто что-нибудь делают, но второй сейчас нет, потому что не будем делать. Знаешь, я не зря стараюсь не высовываться, когда ты сражаешься. Так разумнее. Но призрак Кейда была такой же, как он сам. Яркая, дерзкая и весьма искусная. Она не заслуживала такой смерти. Один есть, осталось 7. Какой один? Я-то их уже завалил. Ох-ох. Плотненько, плотненько. Что ты мне скажешь? Ну все. Можно это. Наверное, остановите серию. Увидимся в следующей части. Завалим всех остальных тут. Все. Где я? Holy shit, всем пока.